Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Hyundai Tucson 4-го поколения установили головное устройство на базе Android от компании Canbox, камеру переднего вида и видеорегистратор. Модель H-Line, диагональ экрана 10,2 дюйма. Встает штатное место автомобиля. Полностью вся вот эта лицевая панель меняется, переставляется блок климат-контроля сюда, воздуховоды, аварийка, все работает, все функционально. Рамка здесь встает с заработками, но итоговый результат выглядит достаточно аккуратно. И теперь в автомобиле гораздо больше современных мультимедийных возможностей. Здесь в данном случае магнитола идет с сенсорными кнопками управления магнитолой и физическим регулятором громкости. И быстро также можно выключить звук благодаря ему. Все кнопки на руле работают. Громкость, переключение треков, кнопка Mode переключает между всеми источниками. Работает ответ на звонок. Бардачок вводится на дополнительный USB-порт и слот под сим-карту для подключения к интернету. И также подключиться к интернету вы можете, раздав его с своего мобильного устройства. Камера заднего вида включается также автоматически при включении задней передачи. Здесь все осталось по штатному. Линии динамически сохранились. И при переходе на драйв автоматически включается камера переднего вида. После 10 секунд она переходит в главный экран. И также принудительно можно всегда включить камеру переднего вида, нажав на специальную иконку. Это очень удобно, когда мы подъезжаем к какому-то препятствию. Нажали, посмотрели и близко и безопасно припарковались. Магнитола работает достаточно быстро, плавно. В отдельном меню автомобиля выводятся штатные настройки по автомобилю. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самое популярное здесь уже предустановленное. YouTube, Google Chrome, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и множество других. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих оснащений для вашего автомобиля. На данный автомобиль есть различные варианты по мультимедиа с различными характеристиками. Наши менеджеры вам обо всем подскажут и подберут лучший вариант. Есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплаты, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!